Вот. Отношение к нам, соответственно, нас не любят. Они не хотят здесь жить и что-то улучшать. А зачем нам это надо? Вот понимаете, если у человека в кишечнике заводятся глисты, которые просто из нежизненной силы выкачивают, он же никогда с этим не смиряется. Ну, пускай живут, давай их покормим. Ну, что, ну, вот, нет. А здесь нужно принимать какие-то конкретные меры. Значит, нужна уже заместительная терапия какая-то должна быть. Действительно, почему те же жилищники города Москвы, у них есть городки, где живут эти мигранты, недовольные, недовольство свое постоянно высказывающие, у которых есть бесплатное спальное место, где у них белье, прачечное, все. У нас студенты в общежитиях так не живут. Почему мы за свои коммунальные деньги должны их кормить и в итоге получать вот такие вот вещи? Может быть, пора менять эту миграционную политику? Может быть, надо по-другому выстраивать отношения с государствами, которые говорят нам, если вы не будете принимать мигрантов, мы построим американские базы. Они все равно их построят. И как вы видите решение? То есть, что я имею в виду? Если каждый человек, как вы привели в пример, не будет брать этих людей на работу, или как минимум будет писать соответствующие письма, если он будет сталкиваться с какими-то нарушениями, то хотя бы на этом уровне, когда у общества будет активная позиция, хоть какие-то процессы пойдут, я правильно понимаю? Понимаете, нужно в первую очередь, вот знаете, как в антикризисном управлении, провести анализ. Давайте посмотрим, самый, кто основной является завозчиком суда этой рабочей силы. Это значит... Система ЖКХ. Система ЖКХ – это вообще стратегическая составляющая. Я не знаю, почему государство до сих пор не отдало это, не сделало военизированное формирование. Вот те, кто хотят на альтернативную службу, пускай бы лучше в системе ЖКХ работали. Вот. Потому что у них там с зарплатами совсем идут определенные, сами понимаете, не хочу озвучивать это, но все мы взрослые люди, понимаем, что там на самом деле копней будет достаточно много интересного происходить. Вот, ЖКХ, стратегическая система, нужно, необходимо заменить там их, пожалуйста, вот я говорю, как альтернативную службу вводите, и пускай он там вместо службы в армии 2 года отпахает в системе ЖКХ. Будет дома, может, получит профессию, деньги сэкономятся какие-то. Здесь экономическая модель просчитывается.